Пришла дочь со школы и сказала, значит, каждый класс должен купить книгу в библиотеку. Ну, я сразу среагировала, поехала в партию, написала заявление, и через 2 дня мне перезвонили. И книги доставлены мгновенно. Как только мы обращаемся за помощью в «Единая Россия», она мгновенно на это реагирует. Перед этим была у нас доставка игрушек и развивающих игр в детские сады.